Я Чейз Норлин, CEO Emergent Digital Group. EDG – это вертикально интегрированная компания по цифровому маркетингу. Мы помогаем производителям веб-контента, как для ПК, так и для мобильных устройств, решить две основные проблемы. Получить большую аудиторию и монетизировать ее. На мой взгляд, самые интересные и быстро развивающиеся области в цифровом маркетинге — это мобильные устройства, видео и работа с пользовательскими данными. Маркетинг через мобильные устройства растет невероятно быстро, в частности, видео. По последним данным, которые я видел, 18-20% всего видео просматривается с мобильных устройств. У таких сайтов, как Vivo, эта доля достигает 50%. Так что возможности для видеорекламы на мобильных совершенно космические. Отличные возможности открываются в бизнесе мобильных приложений. Приложение — это же перерождение веб-сайта. Появляется все больше мобильных приложений, и история повторяется. Все это очень похоже на ранние дни интернета. Создаются сайты, приложения, и никто не использует их, нет трафика. Так что нужна реклама приложений, надо искать пользователей. Мне кажется, это одна из ключевых областей сегодня. Глобальный рынок рекламы сжимается. И причина, по которой это происходит, в том, что огромный денежный поток движется из офлайна в онлайн. И это логично. Онлайн лучше, быстрее, дешевле. Все просто. В то же время глобальный рост экономики замедляется, и это только ускоряет рост рынка цифрового маркетинга. Это немного контринтуитивно, но покупатели рекламы ищут более эффективные и экономные способы потратить свои рекламные бюджеты. План Б на сайте rbk.ru.